Кто это? Просто прочитай. Твой сон о Нью-Йорке сбывается. И я... Именно я... Она подсказала, как сбежать от соловья. Найдем дирижабль и улетим. Букер. Париж, Элизабет. Помнишь, ты же так хотела... Мы остаемся. Мы должны найти Комстока. Почему? Ты видел, что он сделал со мной. И я его остановлю. Значит, пойдешь и убьешь его. Не тебе читать мне мораль, Букер. Я слишком хорошо тебя знаю. Я не дам тебе его убить. В самом деле, Букер? И как ты меня остановишь? Да никак. Просто я убью его за тебя. А я тебя сейчас спальну и остановлю. Да я шучу, конечно же, пошли. Я... Да мне пофиг, давай я его пристрелю или что там надо. Так, ну перед этим по-любому ладно, надо взять... идем искать пророка. Снаружи дирижабль Комстока. Да он блин. Называется Длань Пророка. Откуда ты знаешь? Я здесь уже давно. Насколько? Достаточно. Так, подожди, нам вот сюда. Надеюсь, Комсток получил все, что хотел. Недолго ему осталось радоваться. Да, нам туда. Можешь это открыть? Нет проблем. Все. Давай. Вот, пожалуйста, у нас есть что-то интересненькое. Давайте перед этим почитаем. Так, слиток. Букер. Эта процедура поможет усмирить девочку. Когда мы установили имплант, любая ее попытка изменить положение вещей будет вызвать сильнейший удар током. Павлов так заставлял собаку пускать слюни, мы заставим ее. Так, ясно все. Че, Букер? Блин, он что хотел сказать? Отмычка, что ли, опять где-то? Сейчас посмотрим, он здесь есть. Ладно, взять экстракт. Здоровье, конечно же. То, что доктор прописал. О, да. Точно. Так, там еще наверху отмычек не было. Кстати говоря, вот там есть какой-то путь. Сейчас тут это будет. А, его нет уже. Я так понимаю, здесь ничего особенного. Ладно, не хочу. Это та же самая дорога, ну, просто... Как бы... Там можно было пройти и здесь, вот сюда. К одному пути. Ты можешь открыть этот замок? Не вопрос. Не вопрос. Идем дальше. Все, наверх, наверное, или куда-то вниз. Бессмыслица какая-то. Тут все написано знакомым шифром, кроме этого знака. Это... клетка? Где она свет? Она что-нибудь говорила об этом? Нет. Не пойму, откуда свет идет? Почему тут написано «Длань пророка»? А, или что это такое? Я понял, дань, что ли? Длань какая-то. Отец Комсток. Библиотека. Найдите Комстока. Сейчас насобираем тут, что это было. С ребяточек, с наших. Так. Смотри! Это Длань пророка. Флагман Комстока. Где? Нужно пробраться на борт. Стой здесь. А, я разберусь. Мы идем туда вместе или я иду одна? Я хочу убедиться, что все сделано. О, Дэвид! Ты борешься с пророчеством. Блин, ну это увеличительный урон. Ну нахрена он мне нужен? Я, по-моему, все качнул. Сейчас мы глянем. Волка. Это, да? Да, все тут улучшено, кроме снайперской, наверное, нет, тоже лучше. Камень, пущенный из пращи. Как высоко он взмывает, и как стремительно падает под действием неумолимой силы притяжения. Да, это точно. Готово. Так, что тут у нас? Ну-ка посмотрим. Тут еще надо смотреть все. Блин, орлы. Блин, да нам нечего нашла даже купить. Деньги. Наконец-то, а то я тут один хожу. И ты мне не даешь ничего. Ну, потому ты что слышишь? Не было. Скорее прячься! Да
Куда? Это заготовки? Уже нет, не заготовки. Только бы не драться. Оглянись, Элизабет. Я построил все это ради тебя. Ты моя кровь, моя наследница. А что для тебя сделал Дэвид? Он же использует тебя. Не понял. Ладно, оставим. Попробую найти. Что происходит? Так, с этих надо собрать. Со всех надо собрать. У них пулеметы в основном. Да! Лови патроны! Букер, лови! Отлично. Отлично, реально отлично. Бля, я хотел ему шестеренку в тебя попасть. Так, давай, из двух патронов сможешь? И последний. Есть. А, да. Это круто. Открой. То, что укрытие здесь, это очень хорошо. Вот этим-то в голову лучше попадать, на всякий случай. А остальным можно и... Да, ведь которые бронированные. А остальным можно и так. Не понял, где он? И кто там? А, вот. Вот этим. А вот этим голову-то надо засадить. Хрен попадешь еще, когда они рядом бегают. Вау, вот это опасный чувак. У него там бронированная даже голова. Но вот это... Как он видит без башки? Есть, почти. Патроны, Букер! Лови! Ну да, ты вовремя как раз. Как ты вовремя, реально. Ты, блин, даже не попал в меня. Так. А, ну это тоже. Ну это близкое расстояние, поэтому я его убил с первого выстрела. Так. С этого я собрал. Нет, по-моему, с этого ничего не собирал. Аптечка. И все. Так, ну, на ручную пушку нам ничего пока не дают. Солей у нас максимум. Я думаю, можно уже... Туда, наверное, не пойдем. Хотя нет, зачем? Давайте осмотрим, может быть, здесь что-то есть интересное. А, хорошо. Вон там... Нет, это не человек. Это какая-то штучка. Голову оторву. Букер, смотри. Этот челнок доставит нас на длань пророка. Умри, урод! Чё? Это чё, супер охрана, которая даже просто встала как мишень, блин. Так, сейчас посмотрим, может, с них насобираем. Текущий пункт назначения. Не-не-не. Пошлите там посмотрим, что-нибудь, может, патрончики дадут. А, вот тут, кстати, что-то, смотрите, открытое. Можно глянуть, что там. Вау, что происходит? Типа я горю, да? Ну ладно. А можно ли туда пройти? Давайте попробуем. Ну-ка. Походу нельзя. Ну иди ты уже, мозги тут, кстати. Открой. Есть! Ну давайте посмотрим все. Тут замок. Стоит, я думаю. Ну, как сказать, посмотреть, открыл. Что там, оценить, пособирать. Может быть, реально что-то ценное. Ну, сейчас посмотрим. Ну, вот снайперская. Побырку сейчас прочитаем. Так, брат поставил ультиматум. Если мы не отошлем девочку назад, откуда взял, он и расстанется. Он и я расстанемся. Там, где он видит пустую страницу, я вижу короля Лира. Но он мой брат, и я сделаю, что должно. Пусть даже все это плохо кончится. О! Вот, наконец-то. Блин, да это плюс к ловушке, но нам это не надо, я думаю. Купидон хранит все, что явил гипнотизер. Элизабет деньги, наверное, даст, нет?
Ну, говорю, тут ничего такого, в принципе. Да, по-моему, одно говно. Сейф нам не нужен. Зачем? Зачем нам деньги, если нет автоматов этих игровых? Блин, игровых. Которые с деньгами. Фу, блин, что я говорю с этими? С оружием, с патронами. Говно на всяко суют пока что. То есть такое испытание небольшое, да? Так, вот это зачем-то надо. Зачем? Чтобы зацепиться, может быть. Понятно немного. Ну, мочить, чтобы их. Экономить патроны. Тех охранников, которые здесь были. Отправляемся к длани пророка. Так. А, карабин. Не, спасибо. О, как даже думаешь, два крюка. Можно искупить все то, что мы сделали? Искупить? Не вижу смысла. Букер, ты боишься Бога? Нет, но тебя боюсь. Да, я знаю, эта фраза в начале игры была. Началось, блин. Или чё-то... Эй, куда? А, вот. Вон там! Люди Комстока! Они пришли нас да встретить! Да ёб твою дивизию-то, а. Встретить, блин. Как гостей, ёб. Так, ладно. Воу-воу-воу, ребятушки, нет! Ничего нет! Я передумал туда идти к ним. Сейчас щит вас... Ладно, отсюда будем бомбить их. В принципе, я думаю... Так, это тело можно... Да, видите? А, нет, подожди. Убивает вроде с первого выстрела. Ну, куда полетели? Ну... Блин, пипец. Букер, слева еще одна канонерка. Они друг друга мочат, да? Ракеты! Какие ракеты? Одни замочили. Сейчас вот эти будем. Букер, смотри, это народники. Они долби. Есть, замочили. Так. Чего, какие народники? Ну-ка. Бляха, ты мусор, ты сдохнут уже. Я могу помочь. Букер, лови! Вот, спасибо. Это все, есть. Что есть пока. Ладно, не важно. Да, ну, замочил его. Это хорошо. О, там что-то летит. Ну, сейчас глянем. Ладно, не знаю, кусок какой-то, потому что ракета. Так, 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 что у нас тут? Ты тут сдохнешь. Почему я не могу напасть на него? Я не понял. Возвращайтесь на вашего гонетку. Да я так, трофейчики пособирать. Осторожно, там опять враги. Да где я? В каком принципе вообще летят? На каком? Я забыл, там какой-то механизм специальный есть. Ага, нас еще и штурмуют. Патроны, лови! Ого. Первый раз я вообще что-то промазал. Да что это вообще такое? Надо ближний бой. Благо перезарядку прокачал. Но снайперская побыстрее бы могла. Как пистолет был бы круто, если бы она так перезаряжалась. Шлем снял ему, значит... Больше нет. Ничего нет! Задницу. Из этой заварушки тебе не выбраться. Кажется, они сейчас улетят, нет? Да, я его замочил. Нет, я его не замочил, вот этого еще надо. Ну, бляха, ты муха, отдача! Когда я ему... Когда я... они в меня стреляют, у меня прицел начинает трястись. Все отлично. Так, что-то тут... Что-то тут с них выпало. Как кусюльки какие-то. Во-во-во-во, ребятушки. Соли, лови. О, да. Так, ну как они там отвлеклись. Бляха, ты муха. У меня даже... Щит не восстанавливается. У меня потому что отовсюду палят. Лови! Давай. Отлично. Там, походу, медикаменты делают. Сидит. Да ёб твою дивизию, дайте щит-то восстановится. Вон он. Надо приземлиться под ним и пробиться наверх.
Или да, можем вот просто улететь в Париж. Если хочешь, высади меня. Это не твоя война, Букер. Я тебя не брошу. Я знаю, не бросишь, так ведь? Гляди, вдоль всего флагмана тянутся трассы. И везде эти капсулы механических патриотов. Похоже, их оттуда сгружают. Лучше держаться от этих капсул подальше. Давай. Комсток должен быть на самом верху.